Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайные зрители. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Такая у нас сегодня и присутствует. Мы продолжаем разговор о компании «Эволайн». У нас замечательные коммерческие снегоуборщики от этой фирмы. Сегодня у нас снегоуборщики трех моделей. SBG-610BE, SBG-690BE и SBG-760BE. Друзья, еще раз говорю, снегоуборщики коммерческие, они предназначены для работы 24 на 7, снегоуборщики профессиональные, все зависит от территории, которую вы убираете. Итак, в них практически весь функционал одинаковый, они практически весь. Различаются снегоуборщики только двумя вещами. Это шириной захвата. У SBG-610BE 61 см, у SBG-690 69 см захват, у SBG-760BE 76 см захват. Высота у всех трех 53 см. И различие второе по двигателям. Двигатели во всех трех машинах стоят одной компании Briggs & Stratton. В машине SBG-610BE стоит двигатель Briggs & Stratton зимней серии 950 на 208 кубиков на 6,5 лошадиных сил. И в машинах SBG-760BE и 690BE стоят одинаковые двигатели зимней серии 1450 профессиональный на 306 кубиков и на 10 лошадиных сил. Все различия. Поэтому на примере одного снегоуборщика, а конкретно флагмана SBG-760BE, мы и будем проводить сегодняшний обзор. С чувством, с толком, с расстановочкой. Погнали! Итак, начнем по традиции опять сердце машины. Как я уже сказал, на младшей модели стоит на 6,5 лошадиных сил, на 690 и 760 стоят бриксы на 10 лошадок. Двигатель заводится как с механического стартера, так и у всех трех моделей есть электрический стартер. Подключаем удлинитель папа-мама, нажимаем кнопочку, машина заводится. Здесь стоит ключ зажигания. Так как двигатели зимней серии, никаких воздушных фильтров здесь нет. Двигатель заводится вообще с полоборота, двигатели надежные. Ну, в общем, Briggs есть Briggs. Итак, как я уже сказал, металл абсолютно всех одинаковый, очень плотный. Машина сделана на износ. Фреза специальная от компании EvoLine у всех трех машин из специальной стали, которая работает и по залежавшему снегу, и по только выпавшему, ему все равно. Везде стоят алюминиевые, в алюминиевом корпусе редуктора. Также на машинах присутствуют специальные пластиковые лыжи, это для защиты вашей поверхности и для регулировки высоты ковша. На всех трех машинах присутствует дополнительная лопатка для очистки снега. В общем, машины производительные, как я уже сказал, на 760-м 76 см захват, на 690-м 69 см и на SBG-610-м 61 см. Прежде чем перейти к панели оператора, хочу рассказать про систему выброса. Во-первых, желоб поворачивается на 180 градусов во всех трех машинах и влево, и вправо с помощью рычага на панели оператора. Вот таким вот простым вот образом. Все легко поворачивается, справится абсолютно любой. Ну и дальность выброса снега тоже здесь же на панели оператора у всех трех машин. Регулируется вот таким вот простым образом, не напрягая руки. Везде пишут, что это где-то на 15 метров бросает. Ну, я на практике, друзья, честно скажу, что бросает залежавшийся снег метров на 70, только выпавший где-то метров на 10. Это практически у всех машин. Машины двухступенчатые, у них, соответственно, имплеер стоит, и сами фрезы загребают снег в ковш, и имплеером, соответственно, все выбрасывается вдаль. В общем, снегоотбрасывательный механизм сделан полностью из металла, поэтому он очень надежный. Колеса диаметром у всех машин 8 дюймов. Специальный протектор зимний для лучшего сцепления с дорогой. И, конечно же, на всех трех машинах присутствуют диодные фонари, которые светят очень далеко, очень светло вам будет даже в темное время суток. Во-первых, будете видеть всю территорию, которую вы убираете. Ну и, конечно же, во вторую очередь или в первую, в случае Эволайна, потому что это безопасность, вас видят на дороге. И, как я уже сказал, у всех трех машин функционал одинаковый. Весь функционал у нас собран на панели оператора. Итак, слева направо по порядочку. Первый рычаг – это включение наших фрез. Далее под каждой из рукояток стоит разблокировка колес на левое и на правое колесо. Машина может поворачивать и влево, и вправо на 360 градусов на месте с помощью разблокировки колес. Это функция.
Плюс большая функция – это взаимная блокировка рукояток. Все две разом нажимаем, одна блокируется, вторая рука свободна, можно уже регулировать как и направление выброса, так и дальность выброса и переключать передачи соответственно. Так вот и поехали дальше. Этот рычаг у нас отвечает за вращение нашего снегоотбрасывательного механизма влево и вправо на 180 градусов. Далее идет кнопка, которая отвечает за подогрев рукояток. Подключили кнопочку, рукоятки греются, рукам не холодно. Следующий рычаг – это регулировка дальности выброса снега. Далее, коробка передач у нас механическая, 6 скоростей вперед, 2 назад. Тоже все на панели оператора. Ну и следующий рычаг – это у нас подключение хода, так как все три снегоуборщика самоходны. Повторяюсь, и под этой рукояткой находится также разблокировка на правое колесо. Итак, уважаемые подписчики, выбираем мы снегоуборщик по площади вашего участка. Если площадь большая, ну, естественно, мы берем производительную машину с крупным ковшом для того, чтобы быстрее проходить. Также средний ковш берется на участке садово-парковые и так далее, где нужно проходить по достаточно большим брусчатым дорожкам. Ну и маленький мы берем, конечно, где нужно маневренность, где нужно обходить какие-то препятствия. В принципе, все абсолютно снегоуборщики коммерческие и, опять же, повторюсь, для работы 24/7. Поэтому выбирайте с чувством, с толком, с расстановочкой. А в этом вам помогут наши замечательные менеджеры, которые сидят по адресу. Город Москва, Полярная улица, 33А. Естественно, компания Эвалайн в течение 2 лет гарантии ремонтируется в нашем сервисе по адресу. Город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. Ознакомьтесь с инструкцией, переходите по ссылочке к нам на сайт, ставьте лайки, пишите комменты. Ну, естественно, приобретайте машины однозначно, того стоит. А я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока!